антивоенная демонстрация в Париже. Здесь русские, украинцы и даже негры. Это люди против войны. А вы украинка, девушка? О, украинцы. Девушка-француженка закрашивает написанное по-украински. А вы русский? Нет, я француз. Француз? А. Вы просто пришли, да, просто поддержать. Да. А. Моя семья не из Украины. А, из Украины. От какого города? Вовы. Вовы, да. Вивы, по-украински. Ага, ага. Вильна, Вильна, да. Очень приятно. А были когда-нибудь на Украине? На Украине, you have been in Ukraine? Да, да. Три раза. Спасибо, спасибо. Девушка, а вы русская? Русская. Да? Вы живете здесь, да? Да, я живу. Ага. Вы родились здесь или... Нет, я в Новосибирске родилась. А, очень приятно. Я, получается, в Москве живу, но я родом с Украины. Я сейчас живу на Украине. Я приехал на 5 дней всего лишь. Вот. А это такая у вас организация, да? То есть, или почему? Часто приходите сюда? Ну, пятый раз уже. Пятый раз? Да, пятый раз. Сейчас очень такой переломный момент, непонятно, что будет. Вот. Мы живем, у меня мама живет там, мы живем, ну, в 6 часах от Донбасса езды, если быстро. И все время думаем, а вдруг сейчас пойдут танки, непонятно. А как вы узнали про нас? А ехал на велосипеде и смотрю. Серьезно? Русские, да. А, вы не про них специально пришли? Нет, нет, нет. Я через 3 дня улетаю назад на Украину. Где вы там на Украине? В Кременчуге. Вот на Украине вот с такими как бы не очень приятно ходить. Я то есть, знаю, на Донбасс. Я потому к родителям и не еду. Да, да. Вот, но, в общем-то, это дело, говорится, не в знаках, а в людях. Далеко за линией фронта. Далеко за линией фронта. Далеко за линией фронта. Руссо, вы говорите руссо? Руссо? Говорите по-русски? Чуть-чуть? А скажите, вот это социалистический символ, вы коммунисты?
Вы снимали? Это видео. Но видео. А.